время, место, гениальность и человечность, потому что это два гениальных человека, которые знают про людей немножко больше, чем люди знают сами про себя. Жванецкий и Юрнар Штейн – это много лет. Это не просто обмен картинками, обмен «ты посмотри это, ты прочти это». Это не просто встречи, не просто разговоры. Застолье. Конечно, застолье. Ну а как же? Потому что там вот это, как у Ахматовой, пересечение радуг. Вот там оно было. Любовь возникает между теми, кто нужен друг другу. Вот как Юрочка Нарштейн. Ну как? Ну а что же? Ну они со Жванецким. Это было мгновенное совпадение.